Выходные проводила в парке с книгой. Приметила парня, бегающего по дорожкам парка. Любовалась им издалека. Куда мне до него со своими 90 килограммами? Долгие годы день свадьбы отмечали месяцем раньше. Спасибо другу, исправил эту оплошность. Виолетка изрекла, на мой взгляд, просто гениальную фразу. «Чего ты ноешь? Не понимаю. Смотри на него теперь, как на вещь, которая тебе уже никогда не понадобится». Смотрите в эфире Шансон ТВ новые выпуски программы «Дневник. Жизнь большой страны» в ваших письмах. Пишите нам. Делитесь своими жизненными историями, воспоминаниями. Разыскивайте друзей.